Я должна торопиться, иначе враг доберется до источника жизни. Здорово, ребятушки! Вот и добралась наша героиня до рощи. Что и не говори, а музыка в игре потрясная. В магазине нам предлагают прикупить рун для нагиба. Надо пользоваться получившейся возможностью. Не зря же ресурсы собрали. Эйлин, я слышу тревогу в шелесте листьев. Похоже, что в заповедную рощу проникли синтеты. Так чего же ты ждешь? Пойдем и очистим рощу от ржавых. Ни ты, ни я не прошли обряды священных испытаний и не можем войти в священную рощу. Сила леса уничтожит непосвященного, если он посмеет приблизиться к источнику жизни. Мы должны ждать, пока подойдут посвященные воины или хранитель рощи. Я готова принять от леса свою судьбу. Я войду в заповедную рощу и исполню свой долг. И пусть битва будет моим посвящением. Ты же оставайся здесь и охраняй выход, если не смеешь войти со мной.
После этого сражения, которое я переигрывал 4 раза, предлагали улучшение умений, которые мне пока не нужны. И лишь на 4-й раз дали то, что я хотел. Сами все в конце боя увидите. А этот бой мне больше всех понравился. Опять же, я не все бои выкладываю. Нет смысла выкладывать бои с клещами 2-го левела. Thank you.
забираем первый артефакт. Итак, ржавые притащили в лес своих монстров.
На этом все, и до новых встреч, друзья!